Celsius. Без 15.09 в Москве. В бригаде У на Еврове плюс сейф, в котором 37 тысяч рублей. Сейф мы решили посвятить открытию второго симфонического форума России в Екатеринбурге. Туда съезжаются и оркестры симфонические, и дирижеры сами по себе. Вот. Ну и чем это все закончится, мы представляем. Как у всех творческих людей. Да. Кто нам позвонил? Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Юрий. Юра, ты имеешь отношение к музыке какой-нибудь? Нет, не имею никакого отношения. Ну, ты любишь музыку? Как слушаешь там в машине, на работе, дома, на радио? Да, конечно. Чаще всего в машине. Вот, значит, ты имеешь отношение к музыке. Значит, тебе повезет, и ты ответишь на все наши вопросы. Выиграешь 37 тысяч рублей. Мы тебе желаем удачи. Начинаем. Цифра первая. Ну, форум у нас симфонический, давай поговорим с тобой о симфонических оркестрах. Не знаю, в курсе ты или нет, но существует два типа рассадки оркестра. Как они называются? Паутинные.